Всем привет! С вами канал «Все для огорода». Сегодня моей мамочке 40 дней. Решил я испечь рулетики с творогом. В прошлый раз выпекал рулетики. Ну, как бы помянуть чем-то надо. У меня есть творог, одно яйцо. Тесто я уже замесил, но это много. Я здесь разделю на два. Один я сделаю с творогом, а другой сделаю с корицей, как всегда. Ну, сколько получится на корицу. Там, конечно, много не хватит, но посмотрим. Возьмем полкилограмма творога. Вот, 10 килограмм. А потом эти остальные полкилограмма пущу на сырники. Так, теперь надо все это размешать. Вот будет яйцо размешать. Ну ладно, сейчас посмотрим, как получится. Наверное, в этой миске это плохо вытер. Сейчас попробую другую миску из рукой. Блин. Так, сюда надо творог насыпать, немножко творога. То есть сахарку. Блин, ложки нету. Так, сейчас ложку найдем. Вот она, ложка у нас. Так как творог может быть кислый, потому что он лежал у меня целую неделю, ну, я думаю, так чуть-чуть. Одну ложечки хватит. Потом сахар надо экономить. Это у меня уже сахар с этими булками разными не остается. Эта тарелка маленькая, надо в какой-то большой разминать, не знаю, где там. Вот в этой она пошире сейчас. Блюдце в этом. Сейчас сюда вывалю. Так, здесь сейчас мы это намнем. Женщина или девушки делает первый раз. Ну, с творогом-то, с корицей я делал. А, в творог еще надо насыпать чуть-чуть содицы. Буквально на кончике. Чуть-чуть, может быть, кислый творог. Ну, вот так чуть-чуть посыпем. Много-то не надо, так чуть-чуть. Так, сейчас мы... Это будет у нас начинка. Я думаю, что столько хватит. А вы как думаете? Я думаю, хватит. Сейчас блин раскатаю. Все уже, тесто готово. Ну и это готово. Так, сейчас убираем эту покамесь. Нам места-то нет. У нас кухня 2 метра. Маленькая. Так, теперь займемся раскаткой. Так, туда положим. Мойку. Так, сода там тоже не нужна. Так, вот эта мука останется. Так, сахар. Тоже пока не оставим. Так. Сейчас будем раскатывать. Блин, раскатывать. Ну этого много. Попробуем разрезать ее, скажем, вот так вот, 1/3. Вот эту маленькую оставим.
Там, может, две булочки с корицей получится. А вот это мы сейчас будем раскатывать. Так, муку тоже убрать. Что-то не мешалось. Скалку надо мукой протереть. Так, это так. Переворотом. Растягиваем наш блин. Так, как? У меня булочки в прошлый раз хорошие получились. С корицей. На 3 дня хватило. Вот, а то здесь хлеб купишь, а он то самое не очень-то. Так. Так, теперь вот так буду растягивать. Так, этот, наверное, надо куда-то положить. Вот сюда вот такая тарелочку. Так. Так. Подлиннее делаем. И поровнее, чтобы можно было как бы ее это. Во всю фанеру получился. Раскатал. Ну, где-то 80 сантиметров, наверное, получилось. Где-то, так. Так, ну ладно, все, наверное. Здесь чуть-чуть еще подровняем. Во. Во, блин, получился. Так, теперь берем наш творог. Выкладываем сюда. Ну этот блин. Так. Так, и сейчас будем рукой буду размазывать творог. Постараюсь. Немного маловато, конечно, но ладно. Растянем. Я первый раз делаю с творогом. Хватит. Начинка, чтобы творога была. Так. Я не стал показывать, как я там тесто замешиваю. Там все просто. Наверное, каждый знает. Вот. С вами канал «Все для огорода». Мамочки мои. 40 дней. Старствуй, невесты. Жалко, конечно. Могла бы еще годика два пожить бы. Это вирусом, блин, она заразилась. То есть, она-то с другим... Я за ним поехал, у него спина болела, блин. Блин, и там этот поголовный вирус, блин, в эту больницу начали поступать. Видим. Так, все. Так. Понятно, да? Сейчас буду закатывать. Сейчас руки помоем. Так, еще я здесь. Один ингредиент. У меня есть немножко кураги. Сейчас я порежу ее. Блин, на видео не получится посмотреть. Ну, сейчас я порежу. На руках так. На руке так мелко. Сейчас.
Так, сейчас. Надо за рыбу порезать. Я положил курагу в горячую воду, сначала помыл ее, потом положил в горячую воду. Не знаю, насколько хватит видео, вроде зарядил я аппарат. Сейчас еще чуть-чуть. Сейчас. Надо было заснять сначала, как я режу курагу, потом. Ну ладно, какая разница, да? Вот здесь немножко. Так вот. Определяем нашу курагу, кое-где. Получится, наверное, вкуснятина. Так. Забацано. А можно даже, знаете, чуть-чуть присыпать корицей сверху. А хуже не будет, правильно? Чуть-чуть присыпем. А на цикорку было положить. Ну ладно. Во, все. Будем сейчас залеплять. Так, видно там? Нет, что-то, блин. Сейчас снимает. Видно, во, вот так вот. Во. Сейчас буду залеплять. Вот так вот еще. Берем конец. Начнем сворачивать. Вот так вот сворачиваем, как колбасу в этого. Тесто я делал, поставил 4 часа утра. То есть. Так, сюда. Вот, края мы защипляем. Вот, и сейчас будем нарезать. Оно уже раздувается. О, правильно я сделал, что я отделил чуть-чуть тесто. Так, вот. Поддончик. Наливаем масло. Немножко. Так, смазать это надо. Вот у нас кисточка была. Так. Смазываем края. Ну, здесь, наверное, много вот этого. Может, ну, сюда сколько влезет. Здесь, по-моему, 9 штук должно быть. Надо оставить, чтобы они же раздуются. Все, смазали. Теперь начинаем разрезать. Так, разрежем сначала середину. Опа! Она не мешала. О. Так. Ну, такие небольшие пятачки. Во, и вот так вот ставим. С учетом, что они раздуются. Ну, здесь напополам. Так. Так, еще 3 штуки. Сюда не войдет там все. Раз.
Да? Ну ладно, это туда. Сковородку другую. А то не раздуется, потом это самое. Вот, получилось. А, здесь 12 штук получается. Вот. А вот эти вот, что у меня осталось. Здесь, наверное, штуки 4 получится. Вот. Так. Так. И так. 5. Вот. Сейчас сковородку. Понятно, да? С вами канал. Все для огорода. Так, еще у меня есть маленькая булочка такая. Это я с корицей сейчас делаю. Так, пускай они здесь пока не стоят. Так, это у нас пойдет на муку. Так, убирают это. Вот, значит, вот эту сейчас разомнем. Сделаем с корицей. Ну, на сковородке сделаю. Здесь небольшое получится. Рулетик. Так, вот раскатали. Берем сахар. Вот, сейчас я тарелочку возьму. Так, сейчас я этот блин на себя возьму. Тут. Так. Сюда надо 2 ложки сахара, не больше. Раз. 2. Сахар надо экономить, не так много. Мне на даче остался 10 килограмм с сахаром. Блин, надо было взять с собой. Так. Надо было эти побольше взять корицы. Раньше в пакетах продавалась корица, а сейчас в этих бутылочках у меня. А бутылочка стоит 300 рублей. Так, все. Споделяем. Вот, сейчас вот так вот рукой раздвигаем. Так, все. Вот. И закатываем. Во, края залепляем, чтобы корица не выскочила. Вот, и режем также. Это на сковородку пойдет. Сейчас сковородку на эту где-то. У меня была сковородка. Так, где на сковородку? А вот она, сковородка у меня. Сейчас надо смазать его маслом. Сковородку. Ну, немножко там, чтобы она не прилипла. Чтобы края не прилипли. Я из этой. Это у нас чугун, я здесь. Мама всегда шарлотку выпекала в этой. Вот, я думаю, сюда не все влезут. Раз. 2. 3. 4. Влезут. Корица это с творогом пойдет.
раз все влезло. Все, они еще раздуются. Во. Все, с вами канал «Все для огорода». Получились у нас такие рулетики. Может, соседи угощу по одной штучке булочки, чтобы как бы маму помянули. Вот, с вами канал «Все для огорода». Сегодня мамочки мои 40 дней. Мои любимые бабочки. Мои самые любимые. Я ее зайчиком называл, она нравилась, все зайчиками называю. Она говорит, я старая. Я ей говорю всегда, когда ехал, я говорю, никакая ты не старая, ты мне, говорю, хорошая. На самом деле она была у меня хорошая. Блин, врачи сраные в этой области, ни хрена не хотят лечить. Блин, скоты, блин. Надо от вируса было лечить, они в терапию обычную положили, и все, и как хочешь там. Вот, надо было ее в больницу не класть, я, может, сам ее вылечил бы уколами там, таблетками, какая разница, они все равно там ни хрена. Они говорят, у нас даже в больнице, говорит, таблеток нету, блин. Что за больница, блин, что там лежать просто так, без таблеток, блин. Вот, спасибо за просмотр еще. Ставьте лайки, жмите на колокольчик. Вот я здесь булок сделал с корицей, вот там, ну, немножко. И с этой творог и курага. Вот. Ну, спасибо еще раз за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Поддержите мой канал хотя бы там. Я хочу набрать, у меня там, ну, 500 хотя бы подписчиков. Хотя бы в этом году 500, там 450, что ли. Вот, а надо 500, конечно. Спасибо еще раз за просмотр. Приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду. Тесто у меня простое. Значит, 5 ложек растительного масла, мука, грамм 400, может быть 500. Сахару 2 ложки, 1,5 ложки соли, ну и дрожжи. То есть молоко я не... молоко в этот раз в булке не добавлял. Ни молоко, ни яйца. Просто тесто обычное. Вот. Ну ладно, сейчас ставлю на расстойку. Этот, хотел сказать, холодильник. О, газовую плиту сейчас до 40 нагоню. И пускай они там надуются. И потом буду выпекать. Выпекать надо девчата и женщины. Может, ребят кто-то захочет. 50 минут. Я в прошлый раз 35, но были сыроваты. Потом я еще 15 минут допекал. Поэтому будем допекать, выпекать 50 минут, ровно 50 минут. При температуре 180, у меня 200 градусов получается. Я 180 не могу сделать. У меня плита такая старинная, я готов, наверное, 50. Может и больше. Вот, нам ее так и не поменяли. Все хотели поменять. Вот, а у нас вообще стояла двухкомфорочная плита. Вот, это отец там, кто-то менял плиту, себе новую купил, а эту, типа, он ему отдал, он принес его и нам поставил. А то бы у нас двухкомфорочная плита была. Вот, трехкомфорочная плита только в трехкомнатных квартирах стоит, а в обычных стоит двухкомфорочная, не очень удобно-то. Вот, спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Когда испекутся, я вам покажу. Вот. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. У меня, у мамы, я говорю, 40 дней сегодня. Надо как-то помянуть ее. Добрым словом. Какой-то пирог съесть. Чаю налить. Она любила. Любила чай с пакетиков. У нее еще было давлением, она страдала. То есть у нее бывает низкое давление. Я утром бегу и завариваю чай. Даже ночью вставал, чай заварю. Я научился заварить и остужать моментально. Мне чай остывал. Вот в таз наливал холодной воды, ставил металлическую кружку и остужал. Давал, она выпила. Давление поднимается и голова проходит. Даже
когда едем, я брал бутылочку с собой на всякий случай крепкой заварки, мало ли что давление упадет. Вот, а то бывает, были случаи, что она один раз пошла в магазин и на остановке упала. И хорошо там прохожий шел, вызвал скорую, ее скорая приехала. Вот, и, короче, ее откачали. Вот, так. Спасибо еще раз за просмотр, с вами канал. Все для огорода, жмите на колокольчик, чтобы найти следующее видео. А также можете поддержать мой второй канал, или называется «Сад на всех широтах». Я там практически не выкладываю ролики. Из-за того, что я там... У меня 1500, а до монетки я так не дошел. Я плюнул, думаю, нахрен. Делать видео просто так. Вот, спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока.